Подведены итоги конкурса лучших спасателей-кинологов. 60 собак из 30 субъектов России в течение недели соревновались в послушании, ловкости и проведении поисковых операций. Наталья и Барик – сплоченная команда. На этих соревнованиях они завоевали рекордное количество наград. Барик прекрасно ищет на техногенном этапе, ему поддается и поиск в природной среде. По общему количеству баллов пара, представляющая московские расчеты поискового спасотряда, заняла первое место в командном зачете. А еще Барик прошел аттестацию на класс А. Класс А – это первый рабочий класс, когда собака допускается до ведения поисково-спасательных работ. Класс Б – это больше, это класс выше, чем класс А, он является более спортивным. А класс С – он присваивается собакам пожизненно. Аттестация для собак – показатель классности. Три ивановских пса по итогам соревнований допущены к поискам. Овчарка отряда Лиза Алертера, бордер Колли Бейлис, спасатель зовут ее Белка, и Буран – самый молодой участник соревнований. Команда у меня совершенно молодая, занимаемся мы с весны. Белочки, конечно, я занимаюсь с прошлого года, но я молодая мама, я только в мае вышла из декрета. Времени у нас было на подготовку совершенно немного, поэтому то, что мы здесь добились, весьма неплохо. Ивановские расчеты кинологов по итогам турнира стали лучшими из представленных команд ЦФО. Псы-спасатели получили медали и собачье лакомство. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.